Привет! Сегодня я хочу показать, как я буду делать букет на 1 сентября своей дочке Маргарите. Сегодня мы поехали в магазин, купили цветов. Часть цветов мы нарвали в саду моей мамы. Ну, сейчас у меня задумка сделать этот букет на каркасе. Вот решила я сделать каркас вот так вот из проволоки. Правда, я уже начала, потом вспомнила, что я хочу вам показать, как я делаю букет. Значит, смотрите, там, где я покупала цветы, у них же купила вот такую проволоку. Вот такая проволока. Значит, тут 12 штук. Нужно таких вот проволочек 12 штук. Тут изначально их обмотала вот такой лентой. Честно говоря, я не знаю, как эта лента называется. Такая зеленая лента. Она тоже используется вот в цветочных магазинах флористики. Я ее давно купила, не помню уже даже для чего. Но мне всегда все надо, и потому у меня очень всегда что-то есть. Значит, смотрите, берем 12 вот таких проволок. Отгибаем, потом, видите, я уже видео начала, потому извините, что вот как бы так не с самого начала. Обмотала этой лентой. Потом каждый вот этот проводок отогнула. Затем между собой две проволочки вот так вот соединила. Дальше мы соединяем две рядышком проволоки. Вот тут. Вот так. Честно говоря, я это делаю первый раз. Почему я захотела выложить это видео? Ну, как бы показать, возможно это сделать самим или нет. Такой каркас. И вообще, что с этого выйдет? Может, стоило купить уже готовый? Так, значит, вот тут соединяем. Конечно, когда я поехала за цветами, где-то 2 дня назад, вернее, я хотела узнать, это оптовый склад. Они мне сказали цену оптовую. Одна роза по 7,50, в упаковочке 10 штук. Я думаю, о, классно, перед 1 сентября приеду, куплю эти розы, и будет у меня букет. Я приезжаю, они мне говорят, 15 гривен. Я говорю, как 15? Вы же говорили 7,50. Он говорит, это оптовика. Вы оптовик? Я говорю, не знаю, а опт это сколько? Опт это надо набрать от 5000. Я говорю, ну да, ну что уже делать? Пришлось покупать мне. Купила 10 розочек по 15 гривен, 3 розы по 25, потом еще такие цветы, я вам потом покажу дальше видео, не знаю названия их. Там тоже вроде бы 25 или 30 гривен. Зелени у них вообще уже не было. Зелень, я же говорю, у мамы я. Так, следующий ряд опять. Две проволочки рядом. Мы вот так скручиваем. В итоге вышли у меня все эти цветы. Плюс еще там бумаги взяла, не знаю, понадобится она мне или нет. 305 гривен. Ну, я же хочу что-то сделать свое. Не знаю, время трачу. Что из этого выйдет, посмотрим. Так. Это вот. Ну вот, что у меня получилось. Так я дошла до конца. Кончики вот так пока оставила. В
Вот так. Для декора букета я решила сделать вот такую гирлянду. И теперь думаю что-то сотворить с этого. Значит, берем вот так вот по 3, по 4. И вот так скручиваем. Так, через какой-то промежуток. 4. И между собой вот так. Вот так. И так до конца. Маргарита, конечно, молодец. Мне вот это не очень интересно, нанизывать этот бисер. А Маргарита с удовольствием решила мне помочь. Я говорю: Маргарита, это для твоего букета. Давай мне помоги. Она сидела и это все сделала. Сейчас она пошла с папой на площадку. Завтра у нас 1 сентября, первый раз в школу. Так все волнительно. Маргарита несколько раз мне говорила: давай собирать рюкзак. Мы уже его собрали. Я тоже переживаю, хоть бы мой букет получился. Ну и вот так до конца. Вот такая у меня получилась длинная гирлянда. Ничего сложного. Можете даже задействовать своего ребенка. Значит, какие я буду использовать цветы? Вот такие белые розы. Вот такие. Это сиреневый, даже так сказать, цвет. Потом вот это, я не знаю название вот этих цветов. Вот эти. И зелень, которую я уже вам говорила, нарвала у моей мамы. Потому что в магазине зелени вообще не было. Вот такое. Папоротник. И вот еще вот эти вот цветы на базарчике я купила. 2 гривны один цветок. Но пока мы ехали в машине, так они так завяли. Потом в воде отошли. Так что я как-то не знаю, ставить его, их в букет или нет. Вот такие листочки. Ну, вот такую всячину буду пробовать. Вначале я отделю от цветов вот эти лишнюю листву. Заберу лишнюю листву. Значит, вот так я отделила от лишней листвы цветочки. Сейчас буду собирать букет. Значит, по центру хочу вот эти.
Помечаем. Розочки. Такой у нас получился букет. Сейчас я его поставлю в холодильник, чтобы он достоял до завтрашнего дня.